Когда есть чем гордиться. Город на семи ветрах продемонстрирует свои достижения на международном форуме «Россия». Выставка состоится этой осенью на площадке ВДНХ. Наш регион займет 75-й павильон, зал А. Главная идея экспозиции Ульяновской области – демонстрация развитого индустриального региона с его ключевыми компетенциями. Красавец Ил-76МД-90А, образовательный парк «Кванториум», стена водных ресурсов, роботизированный экран и модель ветрогенератора. Стенд будут строить в октябре, и 4 ноября он предстанет во всей красе. Определились мы по финансированию выставки, то есть полностью подбит бюджет проекта. И этот вопрос мы тоже сегодня предлагаем более подробно обсудить, потому что финансирование ее будет не только бюджетное, но и из внебюджетных источников. Также организаторы покажут гостям красоты региона, расскажут о туристических маршрутах и интересных местах. К примеру, геопарк Ундория и музей «Гараж СССР». Наша концепция была отмечена как одна из лучших с точки зрения качества проработки и отражения всех требований и идеологических в первую очередь. На днях в рамках подготовки к выставке стартовал большой проект достижений Российской Федерации. Это информационная онлайн-платформа, где представлены достижения регионов в разных областях – от культуры до промышленности. Цель – рассказать о том, в чем сильна наша страна. Достижением субъектов посвящен раздел сайта, в котором организовано интерактивное голосование. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.